Здравствуйте! На занятии мы познакомимся с проектом модели медведя из мультика «Винни-Пух», который состоит из головы, туловища, лап, ушей, глаз, носа, рта и мордочки. Берем основную фигуру – шар и переносим ее на центр нашего поля. После этого также выбираем шар и масштабируем его под более маленький размер. Это будет являться головой нашего медведя. Переносим голову в центр нашего поля, поднимаем вверх и ставим сверху большого шара. Нужно сделать так, чтобы голова входила в тело. Выделяем голову и туловище с помощью змейки, закрепляем их друг с другом и поднимаем вверх. С помощью черепашки смотрим, насколько ровно мы закрепили голову к туловищу. После берем капсулу и масштабируем ее. Это будет являться нашими лапами. Переносим ее на центр поля и пододвигаем к фигуре. Примеряем лапки с помощью черепахи, смотрим их со всех сторон, чтобы было ровно. После копируем первую лапу и ставим ее на место. С помощью черепашки обязательно проверяем, как выглядят наши лапы со всех ракурсов. Для того, чтобы сделать верхние лапы, мы также копируем нижние лапы и наклоняем их. С помощью черепашки разворачиваем нашего мишку и примеряем ему лапы так, чтобы они выглядели правильно. После того, как лапу поставили, нужно ее немного отмасштабировать. После мы копируем нашу нижнюю лапу и также примеряем ее наверх. С помощью черепашки проверяем со всех сторон, ровно ли будут стоять наши лапы. Далее с помощью полусферы будем создавать подушечки для нижних лап нашего медведя. Переворачиваем полушар и масштабируем под более маленький размер. После того, как отмасштабировали, примеряем на нижние лапы медведя.
С помощью черепашки проверяем, как ровно мы сделали. Копируем нашу первую подушечку и примеряем ее на вторую нижнюю лапку. Не забываем проверять ровность нашего выполнения с помощью черепашки. Берем основную геометрическую фигуру тор и масштабируем ее. Это будут уши нашего медведя. Переворачиваем тор, чтобы он был лицевой стороной к нам. После масштабирования переносим тор к медведю и примеряем ему ушки. Обязательно тор нужно будет погрузить в шар голову. С помощью черепахи не забываем проверять правильность выполнения. После того, как мы сделали первое ухо, мы его копируем и вставляем. Далее мы берем капсулу, переворачиваем ее и масштабируем до размера мордочки нашего медведя. После масштабирования я решаю окрасить мордочку в черный цвет, чтобы она не сливалась с общим фоном головы медведя. И нашу капсулу мы немного погружаем в мордочку медведя. Копируем нашу мордочку и масштабируем ее до еще более маленького размера. Это будет нос медведя. И с помощью черепахи мы ставим нос ровно под мордочкой.
Берем полушар, переворачиваем его и масштабируем. Это будет улыбка нашего медведя. Для того, чтобы она не сливалась, окрасим ее в черный цвет. Берем шар и масштабируем его под размер белков нашего медведя. Таким образом будут выглядеть глаза. Копируем первый белок и вставляем в мордочку. Медведь почти готов, его остается окрасить. Я выбираю оранжевый цвет, выбираю сначала тело, после этого лапы, также окрашиваю в оранжевый цвет, после этого уши и нижние лапы также окрашиваются в оранжевый цвет. И посмотрим на нашего готового Винни-Пуха со всех сторон. Спасибо за внимание. После мы нажимаем на три палочки в левом углу сверху, сохраняем нашего медведя в приложении и в папку STL. Спасибо за внимание. До свидания.